Пацаны, кто на тачке, кто на машине? Thank you.
пока я думаю, что это неосторожное обращение с огнем. Но я думаю, что сейчас разберутся соответствующие службы. Два человека погибло, один находится в больнице. Дом частично расселялся в рамках суда. Сейчас городские власти смотрят в отношении проживавших. И, соответственно, будут заниматься домом. По газу, газовой службе тоже сейчас займутся. То есть это жилой дом, но он должен был идти под расселение? Там, по-моему, насколько я знаю, в рамках решения суда сейчас городские власти смотрят, расселение производилось, и анализируют, сколько у нас здесь проживающих было. Поэтому сейчас будет служба заниматься всех и с людьми заниматься. А вот опасные конструкции, которые нависают сейчас с той стороны, они будут в течение, да? Сейчас пожарные отработают, и служба спасения здесь поработает в отношении того, чтобы не допустить каких-то, скажем так, аварий.